Всем привет! Отправляемся на рыбалку за хищником. Попробуем споймать. Брала хорошая щучка. И окуни. Килограмм, полтора щуки. Окуни по 700-600 грамм. Хороший солнечный день был. На костре природа, ребят, что может быть лучше? Лучше только семья дома. Ротя ждет, волнуется. Тоже переживаешь. Это просто прекрасно. Отдыхать, уединение, сила. Вот так. И на костер.